Так, включить видеокамеру GoPro. Сейчас. Сейчас все включим. Вот там хорошее место, да? Ну или потом включите, да? Если дотянете. Камера, камера. Ну, лучше сейчас. Угу. Айдар, повтори, пожалуйста, так, кто сказал, что сейчас, сейчас? А, GoPro, видеокамера включить надо. А, сейчас включим. Так, ну мы отстаем от графика. Так, надеваем приездную систему и RU-RUT рабочее положение. Да. Вентиляцию все включили? Штыковали шланги? Да, да. Все на вентиляции и... сидим. И высотомер на руку, на правую руку. Да, сейчас оденем. Так, видеокамеры включили? Что еще раз? Видеокамера 1-2 включили? Включаем, включаем. Айда. Хорошо. Так, донусы по Москве. Напоминаю, РДР 10-26-0. До РДР 40 минут остается. Нам нужно еще выполнить проверку скафандров на герметичность и проверку люка и сабона на герметичность. Что? Принято. Усаживаемся. Так, что-то GoPro не включается. А.
опять начинается. GoPro. Олег Ильич, ну давайте дальше работаем пока. Да. Еще раз подскажи, как оно должно включаться, потому что что-то оно не хочет. Одно нажатие. Вот, все, заработало. Да, все. Все, заработало. Уже столько этих. Первый, второй, да? Так. Да, первая, это вторая, которая на ремнях заработала. И перестала работать. Как только кабель к ней пристыковываешь, она перестает работать. Ну что делать? То же самое у нас было на старте. Ну все, идем дальше, а то время поджимает. Да. В скафандре надо проверять, герметичность. Так. Сейчас. Возьмешь, вот это мальчик. Так, высотомер достал. Все, мой ревошочек. Все, достал, да? Я еще не одел. Так, планшет я там, а здесь. Да, вот. Хорошо. Хорошо. И чтобы никто не разорвался. Так, сильно не притягиваться пока не надо. А то тяжело будет. Спасибо. Так, готовимся. Надо ручки. Ага, ручки можно вытянуть. Так, сейчас. Где там мой поголенник не попадался тебе? Он? Да. О, привет. Приятно познакомиться. Так. Так, дай мне планшетик, пожалуйста.
Так, я где-то стилус был. Был. Так, вот. Олег Иванович, привязали? Да. Ру-ру. Да, привязали. Выпилили. Давление ВСА. Ру. Давление ВСА. 777. 777. Принято. Высотомер надели? Угу. Высотомер одеваю. Установи стрелку высотомера на 0. Угу. Ставим. Так, и можете готовиться по 36-й работе. Остальные. По 36-й. Принято. Так, 36-я. Готовимся. Проверяем, дуплик свой пул есть? Есть. Так, дай-ка мне палочку. Ох ты. Очки выпали. Так, ребята, побыстрее, 5 минут вам на проверку скафандра. Да, да, да. Открываем, значит, дублик СВПУ, подожди. Есть. Так. Открываем РПВ-1, открыт. СПГС. СПГС. Так. Затянуть ремень подтяга. Это центральный. Да, натянут. Угу. Вот, все. Я тоже знаю. Так. Надеваем перчатки. Надеваем перчатки. Угу. Вкладыш есть? Есть. Есть. Отлично. Есть вентиляция. Угу. Так. Зазор проверили? Да, равномерный. Так, готовимся к фундамеру. РДС-04. Так, где моя палка? Вон сверху. Угу. Айдар, повтори, пожалуйста, что ты говоришь? РДС-04. РДС-04. Проверьте. Угу. 04. 04. Так, это у нас какая страница? 36. Так, 04. 04.
Так, и аккуратно закрываем гермошлемы. Принято. Давай, в обрез ничего не попало. Так, что, выждали? А, давай, застегивайся. Давай, жми тоже. О! Так, закрываем шлем. Есть дошнушки. Есть ДРСП. Так, закрываем РДСП. Закрываем. Ожидаем наддутия. Есть под надутие. Есть тоже. И теперь засекаем время и открываем. ЭПКП. ЭПКП. Готов по команде. Давай, сейчас я секундомер возьму. Три, два, один, поехали. Парциальная 182. У меня 0.08. 0.08. 0.1 во второго. 0.1 первого. 0.1 25 секунд. Так, у нас сейчас секундомер встал. Все идет, да? Айдар? Да, на связи. Времена бы еще раз зарековать. Да, у нас... Так, записал. 25 секунд, минута 20, минута 22, минута 24. Минуты. Угу. Так, парциальное давление кислорода 202. Шарболомах. Баллонов 181, 182, 224. Запомнили. Так. Общее давление ВСА. Общее давление ВСА 803. ВК видео. Принято. Так, скафандр герметичный, да, у вас? Скафандр герметичный, мы доложили, да. Принято, работаем по 38-й. Работаем. Закрываем на ПВО. Так, мы с КГС уходим. Давай. Закрываем РПВ-1. Закрыт. РПВ-2 закрыт. Закрыт. Да, и открываем
КСД БУО. Истравливаем. Готовим. Готовим КСД БУО за корпус 7. Так, да, линия высота надо, но 150 меньше. Какое давление в бытовом отсеке? В бытовом 782. Это минус 150. Дозовыч 630. 782, да? Да, ну, 681. На 650 запрыгнет. Ну, 650, закрываем. Так, зону подготовили? Ага, сейчас. Ведите репортаж. Да, да, готовимся. Так, готовы работать, открываем КСД БУО, ОВК 11 и готовим команду на закрытие, это С7. Принято. Готов, открывать. Так, так, закрываем на 650. На 650, да. 3, 2, 1, поехали. Выдал. Так, открыл КСД БУО. Есть падение давления. 730. 600. Вот, закрываем. Ага. Выдали команду на закрытие. Принято. Давление в БО 615. Так, время. Давление ИСА. 301. ВСА 803. 803, да? 803. Принято, высота 803, ВО 615. Доме, давайте с вами начнем подготовку по странице 40. Давай. Так, проверяем. Телефон СЗИ. Должно быть включено. Включено. Так. У тебя КСПП. А где КДУ? Давай. Решено. Давление в шарбаллонах 169-168. Принято топливо. Так, топливо. Топливо 487. Принято. Так, ВСК проверили? ВСК, да. Принят, СДР, СДД. Так, по УЗ включаем, визит включал. А, не горят, СДР и СДД отключены.
Дону перекладываем войска. 18 выдаем. Принято. Выдаем. Выдашь? Да, выдаю. Так, эфир причал. Выдаем. Выдано. Есть загорание, эфир причал. Принято. Так, РУ-РУ, в рабочем положении у вас? Руки. Так, да, поправили. Так, запуск режима застыховки. Питание. Так, так, так. У меня будет КСТП, для КСТО, это ВС. Да? Так, Доны, очередной замер. Да, 5-минутный замер, давление ВСА 803, давление БО 620. И первый замер тоже было 620. Принято. Так, Дона, давайте по странице 41 сверим времена. Давай. ТРДР. ТРДР 10.26.00. Точно. ТРС стыковки минус минута. 10.32.00. Верно. 42-я страница. Перестыковки. 10.33.00. Верно. Плюс 0.3.30. 10.36.30. Верно. Так, и по 41 странице, но я вам позже напомню еще, надо будет выдать широкий объектив при подготовке к расстыковке, ну, после включения телевидения, и пересветку один раз. Я вам еще напомню. Пока. Хорошо, принято. Так, и давайте откроем 44-ю страницу. При выполнении заключительных операций, открыли. Страница 44, коллектора не трогать. То есть у вас написано выбрать первый коллектор. Мы будем по КРЛ выбирать второй коллектор. Да, это мы зачеркнули.
Хорошо. Ну и с выдачи ЗДР тоже не спешите. Тоже может ПКРЛ пройти раньше вас. Хорошо. Дон очередной замер. Десятиминутный замер. Давление СА 803. Давление БО 620. Принято. Стабильно. А, Дон, по поводу наполнения, времен наполнения скафандров. Я правильно записал? До 0,1 у первого 25, у второго 25, у третьего 25. До 0,35 у первого минута 20, у второго минута 22, у третьего минута 24. Да, все верно. Принято.
Да, Сереж, отвечаем, ВСГ-1. На связи. Через 30 секунд замер у нас. Включение камер, изображение на символ С. Да, готово. Мак есть. Принято, идем дальше. Ваш МКС ЦУПу Москвы в канале СГ-1 для Сергея. Очередной замер Доны. 15-минутный замер. Давление выставлено. Сереж, давай сейчас выйдем в шоссе, немножко пообщаемся. Готов? Принято. Да, готов. Все, сейчас я тогда тебе в ШСС вызову. А Дона ЦУПа Москвы? На связи. А, еще раз по поводу камер GoPro. Все-таки, как у вас сейчас, какая включена, какая не включена? Можете еще раз нам рассказать? Когда-нибудь? Да, повтори, пожалуйста. Повтори, Айдар, тут пропадание цифры. А по поводу камер GoPro. Какая включена, какая не включена? Сейчас, по-моему, возле работают. Там... Да, здесь работает. Обе работают сейчас, да? Отбликивает. Да, вроде все, да. Но она не моргает, а там внутри идет. Вам сейчас не очень хорошо видно, да? Да, отвлекся. Да, блеки, тут непонятно. Принято.
зоны ЦУПа Москвы. Очередной замер. Да, 20-минутный замер. Давление ВСА 803. Давление МО 620. Принято. А, зоны, работаем по 41-й странице по телевидению. Включаем передатчик и дисплей плюс ТВ-Шинку 2. Да, принято по 41-й странице. Да, ну и подтвердите, что есть К1 плюс К2. Выбор ДПО. К1? Да, подтверждаем. Два коллектора выбраны. Принято. Включаем передатчик. Р-17. Включаем. Р-17. С формата ТВС. Угу. Ну да, не спешите, время еще есть. Пять минут в РДР. Так, зоны. Включили передатчик? На связи. Так, сейчас. А, зоны, Свинку 2, заходим в формат ТВС, включаем передатчик. Экипаж МКС, ЦУПу Москвы, да, в канале СГ1 для Сергея. Принято, дисплей плюс ТВ. Дисплей плюс ТВ. Выдали, да? На связи. Сереж, подскажи, пожалуйста, на каком шаге ты сейчас по радиограмме 4309, включение средств контроля? Я сейчас включаю запуск приложения MPEG Video Server 2, по пятому шагу работаю. Выдали дисплей плюс ТВ. Принято, на пятом шаге, хорошо. Наблюдаем мишень. Выдашь P2. Да, предыдущий шаг P2, четвертый все. Выполнен. Так, ну на какой должно быть? Изображение. Сближение. Так, значит, 25 минут ждем от вас крайний замер. И после этого можешь переходить на кресло левое и готовить И2 РДР на выдачу РДР. Да, на формате ПФ готов выдать данные. Ну, сейчас еще минута. Не меняется давление? Да. Немного поменялось. Давление ВСА 800. Давление БО 620. Принято. Ну, это нормально. Так, 10, 26 и 2. Денис, давай, готовьтесь к выдаче И2. 10.26.00. Да, Олег, закончили готов, я на проверку. Серега, нам с тобой РП... Принято. Да, РПВ надо открыть. Серега. Минута до РДР. Сергей может РПВ-2 по первому разу открывать. Да, через закрытие. Да, через закрытие. Экипаж МКС, ЦУПу Москвы в канале СГ1 для Сергея. До связи.
Сереж, да, мы тебе уже даем добро на включение режима записи. Это имеется в виду по восьмому шагу. Да, принял. 30 секунд. Запись пошла. Да. Принято, наблюдаем. РПВ-2, 30-ступенчато. Через первое открытие. Готовьтесь к выдаче команды И-2. Да, да. Время. Выдали. Принято. 10-26. Так, есть наддув. Есть ДУСы. Трим ДУСа. Есть акселерометр. Да. Чем ТВ больше. Принято. Хорошо, ТВ больше, давайте. Давайте проконтролируем параметры КДУ. Мейнпо 1. Так, шар-баллон первый 167, второй 168, давление окислителя 1 17.9, второго окислителя 17.9, горючее первое 17.6, горючее второе 17.7. Принято. Так, фар. Включаю фару. Включаем фару. Фара включена. Принято. Надо выдать широкий объектив, если не выдано. Да. И пересветку один раз. Так, у нас какой... есть широкий объектив. Принято. Один раз пересветку. Раз пересвет, выдаем. Выдал один раз пересвет. Так, проверьте транспаранты D2, S16. Посетить стало, да? D2 не горит, S16 резерв ССВП не горит. Принято. Подготовьте команду D7. Готовим. Так, РПВ-2 открыли, да? Да, открыть. Принято. Ну и РПВ-1 надо открыть, если не открывали. С этим щитом. Нет, РПВ-1 тоже открыть. Принято. Две минуты до выдачи команды D7. Подготовлено. Принято.
15 секунд до выдачи бюллетеня. Пайдар. Повтори, помеха идет. Запитываем ССП. Выдана команда. ССП. Штанга СМ стянута. Крюки закрыты. Защелки стянуты. Электроразъем Сосякова напрочь и механ Сайдян, все горят. Принято, подготовьте до 17. Дона, разрешаем рассыпаться в заданное время. Открываем крюки. Да, в заданное время. Разрешаем. 10:33:00. Айдар, у нас очень большая помеха идет. Разрешаем выдачу команду. Открываем крюки. Да, да. Да, выдал выдаем команду. Да, крюки закрыты, погасло. Электроразъем со стеклом опрос не горит. Переходный люк закрыт, горит. Да, слышно лучше, но большая помеха идет. Да, Сереж, отвечаем, СГ-1. Режим ССП выполнил 10:34:20. Просто докладываю, что наблюдаю, идет расстыковка, идет запись на обоих приложениях. Принято, спасибо, мы тоже наблюдаем. Да, оцениваем. Есть расхождение. Стыковочный узел чист. Экипаж МКС ЦУПу Москвы в канале СГ-1 для Сергея. Так, ожидаем. Сереж, просьба КВД МТК перевести в положение закрыто.
принято. Перевожу. Принято. Ожидаем работу депо. Есть работа депо. Прекратите назначение работы депо. Есть разворот. Есть работа депо. Так. Окончание работы депо. Сопоставьте, пожалуйста, с ВСГ-1. Да, Сереж, отвечаем, ВСГ-1. Занято. Перейдем утро в закрытое положение. Есть МУМ ТК. Принято, спасибо. Переходим на 44-й пустынице. Так. Е1 есть. Сейчас. Е1 есть. А какое состояние транспаранта Е1 сейчас? Горит. Горит. Тогда Е1 не выдаем. Коллектора не трогаем. Какой коллектор сейчас выбран? Два коллектора. Принято. Работаем пока по ССП, отключаем питание ССП. Да, принято. Выдал D8, ССП не горит. Принято. Отключаем фару. Так,
Отключаем фару. Да. Отключаю фару. Фара отключена. Так, фару отключили, да? Рут транспортное положение. Да, отключено. Принято. Дона, есть переход на второй коллектор. Подтверждаете? На второй есть. Да, выбрал три. Второй коллектор. Так, надо рут убрать. Рут транспортное положение. Убираем. Да, убираем. Так, рут убран. Принято. Параметры КДУ. Шар баллон первый 166, шар баллон второй 167, топливо 477. Принято. И спинку 2 можно выдать от КЛТВ. 10 евро в рамке. Да, принято с формата ТВ. Включаем ТВ. Да, спинку 2. Отключаем ТВ. Принято. Олег Георгиевич, проверьте медицинский поезд, что он подключен. А, сейчас. Запускайте, пожалуйста, для СГ1. Какой? Да, есть это. Да, Сереж, отвечаем в СГ1. Что-то? Да, внизу. Телевидение выключено на корабле. Предлагаю прекратить запись и выключить средства. Минуточку, Сереж, подожди. Да, включаем. Оп. Так, телевидение отключили, да? Да. Принято. А, ну и медицинский поезд проверьте. Проверить. Надо проверить медицинский поезд у Дона Первого. Типаж МКС ЦУПу Москвы в канале СГ1 для Сергея. Подстыкован. Да, Сереж, можешь выключать, завершай и все приводи по радиограмме в исходное. Проверьте
Подстыкован ли у вас медицинский пояс? Нет. Выполняю. Медицинский разъем. Принято. Как поняли меня? Так, еще раз повтори, пожалуйста. Айдар, повтори, пожалуйста, что ты говоришь. Олег Георгиевич, разъем медицинского пояса надо проверить, что она подключена к скафандру. Сейчас проверю. У вас. Сейчас проверю. Ша-9. Да-да, сейчас проверяем. Перестыкуем. Да, Сереж, отвечаем, ВСГ-1. Выключено средство телевидения. Буду сбрасывать по УСИ по номеру радиограммы. Да, хорошо, приняли. Будем ждать. Олег Геронович? Да. Медицинский пояс проверили, перестыковали? Ну да, ничего, что... Ничего не работает, да? А... Ну, мы не получали данные. Сейчас проверим. Ага. Так, и вопрос по GoPro. Сейчас как там, индикаторы, есть индикаторы работы камеры GoPro? Не видно. Не видно. Работает? Не, не могу сказать. Я тоже не могу сказать. Так, а вот вы говорили, при подключении зарядки индикация газа там, по-моему, да, вы говорили? Ну да, он включается нормально. Как только подсоединяешь зарядку, он тухнет. На старте то же самое было. Принято. Так, ну сейчас кто застранится. Подготовил 48-ю. Да. Доми, давайте с вами запишем, сверимся с временами и запишем то, что еще не внесено. По странице 48. Давай. Готовы, да? Сейчас положим. Thank you.
Так, страница 48, да? Да. Акселерометр 12.02.00. Верно. ОКРЛ будет. Хорошо. Призов спуск также по КРЛ. Надувка 2 по КРЛ. Резервная батарея. Время резервного включения батареи 12.03.00. Да, также по КРЛ. ТРДР минус минута. 12.04.20. Верно. Баскан 49-я страница. ТРДР 12.05.20. Отвечаем, СГ-1. Верно. Фотографирование. Чуть ниже, уставки СУС, первая группа. Агрегатора. 1, 2, 6, 6. Фотографии, сброшенные на шерсте. Вторая группа. 1, 4, 4, 2. Начинается 53R62-57. Все входа. 13-36-10. 53R62-81. 13-36-10. Тени резинов уплотнителей в норме. Да. Дата 29.09.20. Дима, заодно приветствую. Михаил на связи. Спасибо. Так, ЦСКД 13.03.47. Успеваете? Сейчас, погоди. Так, времени достаточно, можно не спеша записывать. Так, у нас больше часа, 29.09.22. Ага. И время 13.03.47. Верно. 47, да, ты сказал? Да, 47. Верно. Импульс 128.0. Записали. Страница 50. Страница 50. Время запрета ИКВ 12.53.47. 12.53.47. Так, ЦСКД минус 8. 12.55.47. Верно. ЦСКД минус минута. 13.02.47. Верно. 51-я страница ТСКД. 13.03.47. 13.03.47. Импульс 128.0. Время работы 04.41. 04.41. Да. И ТСКД плюс 30 секунд. 13.04.17. 13.04.17.
Записали. 13.04.17. Да, записали. 13.04.17. Принято. Что-то как-то слышно, блин. Мы тебя хорошо слышим. Так, хорошо, страница 53. Так, 53. ТСКД 13.03.47. Верно. ТГК 13.08.28. Верно. Страница 55. Так, перешли. ТГК 13.08.28. Верно. ТГК плюс 10. 13.08.38. Верно. 56-я страница. Перешли. Все разделение минус 0.6. 13.25.41. Так, 13.25.41. Записали. Верно. Верно. А, переразделение минус 0.2.14. 13.29.27. Верно. Переразделение минус минута 14. 13.30.27. Верно. Страница 57. Перешли. Переразделение. Тринадцать, 31.41. Верно. До входа. Справа там. 13.36.10. Верно. Уставки ТУС первой группы. 12.66. Верно. Вторая группа. 14.42. Верно. ТСТД. 13.34.17. Верно. Страница 58. Перешли. Т входа. 13.36.10. Верно. 59-я страница. ТОСК минус минут. Перешли. 13.42.02. Верно. И ТОСП 13.43.02. Верно. Так, и 215-я страница. Так, перешли. ТСКД плюс 8. 13.11.47. Так, 13.11.47. Так, 13.11.47. Да, все верно. Да, верно. Возвращаемся на страницу 48.
вернулись. Так, здесь написано выбор ДПО К1. Вот. Ну, соответственно, эту команду выдавать не надо. Остаемся на втором коллекторе. Готово. То есть на первый коллектор не надо переходить по этой странице. Да, принято. Так, зоны. Надо будет к 12.00 выполнить подготовку к работе по странице 48. Ну, шар баллона записать. И СДР отключить. Да, хорошо. Ближе к этому времени я вам напомню еще. Хорошо. Все, пока отдыхайте. Ага. Мы на связи, если надо будет, друг, что-нибудь. Хорошо, результат. Так, клавишу передачи можно сжать. Да, принято.